Вот корабль причаливает, вот он. Сходите в Болгарию, в Садовне красиво видно море, правда. Красиво, как в Болгарии здесь, красиво, правда. Очень красиво на море вид. Вот так красиво найти, темный вечер, чё, хороший вечер сейчас. Самолет, правда, светает небо, правда. Сходите здесь в Болгарии, сходите здесь в Болгарии, красиво, правда. Да, вот знаки какие красивые найти. Здесь красиво в Болгарии. Красиво, правда, здесь красиво. Вот кораблик сейчас засниму, вот. Красиво кораблик, хочу сказать. Красиво здесь кораблик. Мачка какая красивая, мачта. Мачта. В Сент-Марину поехал сейчас идти. Кстати, хочу сказать, здесь в Болгарии красиво, правда. Очень красиво здесь в Болгарии, в Созополе. Мне здесь, правда, нравится. Очень так нравится в Болгарии здесь жить. Красиво как.
индивидуально здесь красиво. Бесподобно красиво здесь, в Болгарии. Мне очень нравится здесь жить, правда, в Болгарии. А в отеле тоже лучше. И в доме лучше. Сейчас я поднимусь на эту новую дорогу и... Сейчас кораблик засниму на видео сейчас. Вот кораблик, пожалуйста, плывет кораблик. Есть такая песня, Клуб Би-2, и корабль плывет. Кораблик вот плывет, пожалуйста. Красиво, хочу сказать, вид на море, красиво очень. На море очень красиво, хочу сказать, вид. Сейчас поднимусь на новую дорогу и засниму. На видео еще на новой дороге засниму. Кстати, старая дорога, сейчас поднимусь на новую дорогу. Проводится автобус, сейчас поднимусь на новую дорогу и... У нас как красиво светит месяц к месяцу, какой красивый, знаете. Какой месяц красивый, знаете, красиво, правда. Скажите, здесь в Болгарии красивый вид, очень на море красивый вид, красиво, правда, здесь. Но вот дорога красивая. Сейчас мне поднимаюсь, ладно. Здесь хорошо. Вот красивая дорога, какая новая. Сказать, здесь красиво на этом садобле. Никто меня не обижает здесь. Не обид красиво здесь, правда. Здесь красиво. А ты хитадон, пожалуйста. Здесь новая дорога красивая. Красиво, хочу сказать, здесь в Созополе. Мне так нравится здесь жить, в Созополе. С крутым ступенькам здесь спущусь. Снимаю еще новую дорогу. Вот кораблик, пожалуйста, плывет. Я спускаюсь по крутым ступенькам, вот. Вот кораблик, видите, плывет сейчас. Пожалуйста, какой кораблик красивый, правда. Пускай здесь в Болгарии уютно и красиво, как здесь в Болгарии. В Созополе. Красиво здесь и уютно, правда, здесь. Красивый какой кораблик. Красиво, хочу сказать, здесь. Здесь красиво, в Болгарии, в Созополе. Поднимайся обратно наверх, поднимайся сейчас. Thank you.
поднимаюсь наверх. Что засниму? Как снимаю эти подносы? Здесь очень красивая новая дорога здесь. Поднимаюсь здесь, вот. Я поднимаюсь, потому что хочу кораблик заснять и идти домой. А то уже поздно сейчас. Уже стемнеет, стемнеет скоро. Пожалуй, надо идти домой. Тут скоро уже стемнеет и... Мало ли собаки укусят, мало ли... Хулиганы какие-нибудь стукнут по башке. Палка по башке стукнут, мало ли. Вот надо сейчас идти. Домой надо сейчас идти. Красивая здесь, правда. Ну, дорога красивая, правда. Луна какая красивая, луна. Птица заедает в небе, вот. Красиво здесь, хочу сказать, правда. Мне очень здесь нравится жить, правда. В Болгарии здесь. Созобли. Вот прибывает корабль, причаливает на причал. Там труба есть, вот она. Пожалуйста. Может, лучше не снимать, а то хозяин возмутится, иначе вызвать может, дать по башке или полицию вызвать может. Машину лучше не снимать, а то хозяин увидит, вызовет полицию, вызовет полицию. Спросит, почему ты машинку мою снимаешь? Вызовет полицию, да и все, не надо лучше. Кораблик можно про корабли, да не против законно снимать. Кораблик бегла бы причаливает, пожалуйста, обещал. Пожалуйста. Машина на шоссе можно снимать, а здесь машина стоящая, не надо. Хозяин увидит и вызовет полицию, и меня тут же арестуют. И в тюрьму посадит. Там далеки корабли, правда, не видно здесь. Тут раз что-нибудь увидишь, не увидишь ничего. Тут, правда, ничего не увидишь, правда. С этого места ничего не увидишь, правда, не увидишь. Суверин, правда, ничего не увидишь, стоит суверин. Такая улица. Там художественная галерея светится, вот. Хорошо светится, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Художественная галерея светится. А ты там хаты отсюда можешь снимать, только не вблизи снимать можно. Здесь я никому абсолютно не мешаю.